Вот отсюда хорошо. Ну отсюда тот придет. Иди сюда. Вот здесь. Я чувствую, что мы в окопе будем. Садись, иди сюда. Столько хотелось, друзья, поспрашивать. Давай, иди. Знаю. Вот хорошо, да. Нет, как-то сверху я в окопе. Плохо вижу львов. А я как раз-таки вот теперь хочется задать только один вопрос. Олег Алексеевич, вот я про наших куеметателей, значит, про каналы. Вот логика где? Значит, вы этих львов и там других хищников с маленьких, да, вы их выращиваете, вы их вот так кормите много лет, да, так. Вы их лечите, вы их содержите. И вот по мнению этих куеметателей, для чего? Для того, чтобы потом голодом заморить? Ой, слушайте, я прежде всего хочу извиниться перед читателями наших и зрителями наших каналов за то, что я позволил себе, опять-таки, с вашей подачи объединить енот Полоскун, да, и канал Пелагея. Алена Никольская, если не память не изменяет, прислала мне разоблачительное видео и сказала, что это совершенно два разных человека, два разных канала. Потому что для меня это вот, ну, душевная боль была. Я видел репортажи енота Полоскуна, вот, которые были расследования там против этого, как его, Велеса, этого, как его там, Федорова, вот этого человека, да, вот. И мне очень жаль было, что человек переметнулся. К счастью. Очень добрый день. Сзади. Куда не кусается, дурачок. Чука, давай как-то устрой так, чтобы спокойно поговорить. Ага, и тут. Поэтому я извиняюсь, конечно, перед енотом Полоскуном. Вот, у него другая работа, и сегодня он просто не снимает видео, но извините, просто от недоинформированности иногда я. Где мой топор? Где мой топор? Сиди, ешь, Катя. Сейчас я принесу ему камень этот. Вон там кусок мяса есть, чтобы он ел. Тряпку не вижу. Вижу. Ну, я, конечно, смелый человек, но не настолько, чтобы у льва тряпку отбирать. Ой, тот идет, у кого мясо забрали. Получил? Угу. А кто? Там красиво. Я уже прямо не знаю, где, а где и красиво будет. Ой, тут уже тоже так красиво, прямо, Олег Алексеевич. Чувствую. Вот как страшно жить. Террористы львиные.